Итак, добрый день. Для того, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте, нужно завести кошелек и иметь адрес этого кошелька, куда вы будете переводить деньги с интернета. С всех сайтов, кранов, как их называют, вот, где вы будете зарабатывать. Значит, многие заводят кошельки, вот, потом ищут, значит, куда и каким образом вывести, обменять и так далее. И много-много теряют. Потому что каждая сделка, она за собой несет дополнительные затраты. Я вам предлагаю вот такую вот биржу, которую вы сейчас видите. Вы увидите внизу под видео потом ссылочки все. Вот, так что можете регистрироваться. Ну, для начала мы зайдем. Вот это вот такая биржа. Вот мы заходим сюда. Зашли на эту биржу. Здесь вот есть свой обменник. Вот. То, что вы будете зарабатывать в биткоинах или в чем-либо, вам нужно будет вывести на WebMoney кошелек. Значит, здесь вы отдаете, скажем, биткоин или догикоин, а здесь вы хотите получить в долларах или в рублях, вот, пусть будет в долларах, да, вставляете какую-либо сумму и так далее, и нажимаете обменять. Но оно здесь показывает, вот здесь 0 долларов, так как на кошельке, переходим в кошелек, у меня, значит, нету этой суммы, здесь баланс нулевой, как мы видим, нулевой баланс. Значит, я обычно выполнял все транзакции в рублях, вот здесь немножко мне осталось. Значит, смотрите, для того, чтобы не заводить дополнительные кошельки и не терять эти проценты, да, за их услуги, вы берете здесь свой номер кошелька. У вас вот будет здесь кошелек. Вот. И здесь, например, вы будете переводить Dogecoin, да? Пополнить. Здесь открывается такая менюшечка. Вот. И вот ваш адрес. Вы нажимаете скопировать, там вставляете и переводите сюда уже заработанный Dogecoin. Вы их перевели, или же там биткоин, вот, литкоин. Вы их переводите, затем вы обмениваете здесь, скажем, их на рубли, выбирая, значит, вы отдаете долги, будете получать рубли. Вот, вот моя сумма высветилась, там остаточек какой-то телепается, я полностью как бы не выводишь, а там что-то, какая-то мелочь остается. Вот. Прописывайте, что вы отдаете, это будет, что вы получите. Нажимаете, оно вам обменяло, в кошельке у вас появляется вот эта сумма, которую вы получили, да? И потом вы нажимаете здесь вывести. Вы выбираете WebMoney, вводите сумму вывода, которую будете выводить. Вот, здесь вам напишет, сколько вы получите. Вот. Здесь можете смело вписывать свой мобильный телефон. Это для того, чтобы вдруг чего-то, какие-то транзакции не пройдут, хотя такого ни разу не было. Вот. И там они вышлют потом код для подтверждения и так далее. Здесь вводите свой номер кошелька. Естественно, с R. Вот. И это дело потом вывести средства. Нажимаете, и у вас моментально без всяких задержек переводятся деньги на WebMoney. Или же можете перечислить на Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги, PayPal и так далее, Акпэй, МТС, Билайн. Вот, все такое. Вот это первый шаг, что вам необходимо сделать. Так что до встречи.
буду рад подписчикам, значит, и работать с вами, помогать вам. Будете обращаться, будет мой там скайп и так далее. Все, всего доброго. Второй частью видео будет уже те краны, на которых можно зарабатывать, облачные майнинги и так далее. Очень интересная тема, и неплохо можно заработать. Все, до свидания.